Так, друзья, всех приветствую на канале. Сегодня мы едем на рыбалку на речку Кулой ловить на жерлицы налимов и щук. Собираем причиндалы. Целые сани, блин. Это Серега. Серега Тритон. Сейчас достанем снежек и будем спускаться вот туда, в речку. Речка Немнюга. И по ней поедем до Кулой. А сначала на озеро, да, еще заедем какой-то? Нет, сейчас по реке все. Нет, по реке это сначала на озеро, а потом на Кулой. Живцов-то где был ловишь? А там по пути в этих... Ну, это не в озере, потом... А потом по Немнюге будем, да, в озере, а потом уже на Кулой. Ну, в общем, вот так. Какой тут у него еще есть монстр. Ну пока на старом добром буране. Так, выдали мне вот такую маску. Буду космонавтом сегодня. Нифига не буран. Фара эта сколь не крутая. Все, сдох котенок. Ну, в общем, мы выдвигаемся. Первое ДТП. Маленькое. Решили срезать через лес, чтобы не давать крюк по реке. И его присосало. Похважа наша не дала вытянуть. Ладно, сейчас копаемся теперь дальше. Так, ребята, прибыли мы на первое место ловли. Такая вот здесь залив. Называют его Кобылья яма. Там на угорчике такая красивенькая избушка стоит. Деревенская банька. Такая вот река у нас. Сколько мы километров отъехали от деревни? 30. И еще километров 5 до Кулой, да? Километров 5 до Кулой. 5-7. В общем, теперь нам надо как-то наловить живцов. Ну все, давай дырки сверлить. В общем, ребята проурили несколько дырок. Попробовали. А парыша не по клевочке. Погода, конечно, у нас. Далеко отсюда еще есть озеро. Калм озеро называется. Сейчас поедем. Так. Остановились мы еще в таком местечке. Заводь. Дальше стоит сеть. И вот, клет, блин, проебал. Вот там водички.
Нючки. Живца пойдет, так у него, значит. Плавает. Все, что ли? Он тебя не сел? А? Опарыша не сел? Нет. О, клюет, 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 Серега. Сейчас к тебе приду поближе. В общем, дело у нас чуть-чуть пошло. Это маленькой. Сорожка дрочит. Стали проклевываться сорожки. Только окуньки. Чекай давай. Оп. И ко мне маленькая. Вот такой живичек. Там у нас будет. Пойдем в канчик. А? Главное, тут клюют у пушки. Найти, твою мать. Что падаешь-то? В 7 метрах от меня клюют сорожки. Ну, в общем, ребята, пошло у нас с живцами прямо то, что нужно. Одна за одной. И у меня даже получился дуплетик. Маленько мелковатый, но есть. Ну, ребята, второй дуплет почти подряд. И такие хорошенькие. Само то. Канчики у нас уже не слишком хватит. Много. А ёршик? Ёршик вот такой попался. Что, его тоже возьмем? Он лима. Щука любит ёршиков. Вот такой окунёк попался крупненький. Хапчиком рядом валяется почему-то. Ну, в общем, ребята, надергали мы тут. В канчике уже слишком даже много. Рыбка может сдохнуть. И вот таких три окушка еще вытянул. Мы маленькие мормышечки. Сорожечные. Сейчас собираемся. Переезжаем на озеро, там поставим несколько жерец. Поедем переклюет. Такой вот живичек. На озере поставим несколько жерец. Посидим еще, может, половим окушка, если там будет клевать. И поедем на кулой. А? Что там вот тут так потекло? Ух
Протока идет. А ты что пришел-то? Руку мне дай. Давайте, ну что, ребята, приехали на озеро. И пошла первая жерлица. Серега сверлит дырки. Сейчас по кругу тут наставим. И флажковую жерлицу оставим тут. А там будем ставить самоловки. Так называют их. Блять, что у нас, сука, не лезет. Пихать не умеешь. Пихай. Какая-то хитрая. Это автолавка у нас тут приезжала, блядь. Автолавка? Ну, да, машина, на машине приезжает, торгует быстренько один день. Положи. Серьезно, такой двойник-то. Не сорвалась. А ну покажи морду. Че ты его не поправишь? Не по одному ротику двойник. Да. Уже получается. Раз, два, три, четыре, пять. Это пятая, что ли, только еще? Нет, шестая. Ну, еще вот такое озеро. Ставим жерлицы на щуку здесь. Там опять протока вон виднеется. Сейчас все выстоим. Еще половим на удочке, да? Да. Вон тут чурочки, кто-то ловил. Сядем на их. Ну, в общем, ребята, решили мы не ловить рыбок. На удочке живцов у нас достаточно. Поставили 17 жерлиц. Сейчас едем в будку. Посмотрим, обживем домик. Ну и пойдем ставить жерлицу на налево. Давай, заводи свою щелочи. Это, конечно, у нас огонь. Ветер, снег. Жерлиц поставили, ни одна не загорелась. Ласточка. Вот так вот, ребята, у нас середина апреля.
А вот и он, Кулой. Вот это река, на которой мы будем ставить жерлицы на долину. Довольно-таки такая широкая. Сейчас пошли в будку. Глубина. Давай, греби! Ну все, придем, покажу наш домик. Тепло берегли. Вот такой, в общем, у нас сегодня ночлег. Уточка. Кладовочка с дровами. Затопили печку. Ну так, скромненько. Двое нар, узенький столик. Ну и печка, правда, кирпичная, выложена. Ну, все. Сейчас будем пару ночей здесь тусить. Может и пару-тройку. Как будет клев. Снегу, конечно, еще пипец лесу. Ты видишь, столик со скамейкой практически вровень заметен еще. Здесь явно не посидеть в таких огромных елках. Буточка, то есть, кто не знает, проплывет мимо по реке 100 метров и не увидит. Если, конечно, тут не будет никто кричать, топить печь. Печка под казан. Она же, походу, и мангальчик. Ну, в общем, мы пошли вещи остальные доставать. Снежек. Вот такая красота. Наступает душевный покой. Так, ребята, закинули на продольничек, на хайруза, крючочки с червяками, бутылка пластиковая, полторашка, утащила туда веревку, у нас, наверное, крючочков 20. Завтра утром будем смотреть и ставим жерлицы на наливу. Уже жерлица на наливу. Не там делать семени. Здесь выскакивает на кулы. Видел, что тяжелее, крючок шланчик одеваем. Ружье ложим на дно. Шланчик. Шланчик вставляем в веточку. А утром пойдем проверять. Так, ребята, у нас утро следующего дня. Проснулись, завтракаем, одеваемся и идем проверять жерлицы. На кулое вчера поставили что-то порядка 15 штук. Будочки, довольно тепло. Все подсохло у нас. Там даже окно открыли. Жарко кому-то стало. Идем на речку сейчас. Кто-то спал долго просто. Да, спится просто офигенно. Пришли на речку.
нашей будки. То есть не нашей, а от будки. Ветер такой, конечно, есть. Но меньше, чем вчера. Снега нету. Чуть-чуть подморозило на овочке. Сейчас будем проверять. Тут вот стоит доночка у нас на Хайруза. И туда пойдут. С этого поворота до конца. Пойдет. Жарится, навалим. Какие дырки? Да, не одну. А чё в той-то не набрать? Так в той-то набирай. В той-то набирай. Красота. Кулой. Так, ребята, вот тут у нас первая стояла пустая. И вторая. Там уже вроде кто-то есть. А рявчины. Я еще рявча. Налимчик. Вот такой не крупненький, но налимчик. Грязный. Чем грязный? Ну вот и первая добыча. То, зачем мы сюда приехали. Одна из двух. Да, из двух уже сработала одна. Живчики у нас. Мы только что все плавали. А правильно ты его хватит-то? Ну что ты изверг делаешь? Рот-то открывал, да? О, недалеко крючок-то. Хуйня, недалеко. В будку их занесли, на ночь были все живые. Тут что-то два запереворачивалось уже. Специальные эти щипцы, щипцы. Где в будке? Где гонки? Не зря взяли мешок. Все, идем дальше. Около 15 штучек стоит. Третья постовушка. Может, просто грузило тяжело. Грязный. А что не грязный все-таки? Давай мой. На берегу лежит, наверное. На дне, то есть. Мой не пойдет. Ква. Все пофальшует. Изверг. Из трех две уже сработало. Все так пойдет дальше. Ой-ой-ой. Так, проверили четвертую. Голяк. Пятый опять есть. Такой малец. Ну, такой же, да? Да, евростандарт. А по-моему, как наоборот, все поменьше. Точки. Ух ты ж как. На самой пятке, бля. Заглотил, собака дикий. Живодер. Такие крюканы у нас здоровые. И такие маленькие налимчики. Видно. Такие
такие замечательные сорожки. Лови давай, чё? Не хочешь? На дно опускай. Идем к следующей. В общем, проверили еще две, обе пустые. Тут у местных жителей стоят сети. Непонятным уголком. Походу там конец. С одного кола идет две штуки. Круглый год стоят. Так, там три штуки. На глубине никого, здесь вроде как что-то есть. И покрупнее. И тоже пузо грязное. Все, и сорожка целая осталась. Еще попадают на песочки. Нифига не на глубине. Сейчас пойдем, сначала там сзади 4 штучки осталось, и они все стоят на глубине, на большой. Ну ладно, не буду эту экзекуцию снимать, пока этот рот не порвет или себе крючок палец не отрежет. Еще 4 штучки осталось. Ага, бля, это что, сам выдох? Полностью собрался. Один хвост торчит. Засосал. Я его не спасти, походу. Да качай его. Ну, тогда забираем. Его просто не снять, чтобы он живой остался. Да, убить. Маленький, блядь, а прожорливый. О, что-то хорошо. Еще и крючок, наверное, блядь. Не, крючок, только что. Придется варить уху сегодня. Всем окунем добавим. А свежего? Ай. Нахуй. Поворону. Прикормку. Окунёк убежал. О, ёршик. Давай его. На улице подморозило у нас. Проверять одно удовольствие. Снежку нам порошило раньше, дома они нифига не замерзли.
Что-то пошло не так. Вот тут пример зловичка. Это? Давай мне. Есть? Ну давай, тащи. Не ругай. На камнях. Вот. Ну, тащи. А, хвостом, ну, зараза. А, все. Вот такой красавчик еще. Такой черненький. Откуда-то с озеринки, наверное, выпался. К нам. И все, осталось еще вот у нас тут раз-два. И все, раз-два. А тут не глубоко было, да? Да, тут. Ну, камни, вот они. Не глубоко, и камешки. На песках и на камлях. Да. На отмель. Не хочет. На ямах. Мелочь. Мелочь, но приятно. Да. Все лучше, чем ничего. Вот, пробные поставили прямо среди реки. А течение хорошее. И на глубине, на течение тоже взяла. Еще там последний сейчас. Проверим. Последняя. Шумбичка. Курчатка Сереги до минус 30. 2 градуса вчера замерз, как бобик. Made in Китай. Нихуя! Оба! Оба! Это последняя жерлица? Да. Блять, вот это экземпляр, да? Вот это экземпляр. Я говорю, мелочь. Говорю, это хороший уже. Это хороший. Граммов 1.5, да, наверное? Даже. Да. А ты не хотел вот эту каркалыру, кстати, ставить? Говоришь, на середине нечего ловить. А на середине обе сработали. Чем глубже, тем больше рыба. Ну и как тебя достать? Да, кстати, на глубине обе были покрупнее. Там что, идет спиду. В желудком месте плечницы. Таски. Все, вот сейчас. А что это? Снял перчатки? Дай. Зато руки не мерзнут. Я поелю. Какой язык-то у него какой здоровенный. Из языков можно сварить уху. Деликатес. Вот он, красавчик. Хороший. Гасу, блин, здоровенный. Хорошо, рассказывал, что здесь крупный тариф. Прибой, толстый. Thank you.
Все, поели руки. Ну все, сейчас поедем, наверное, что ставить еще жерлиц на налима. Наверное, сюда еще пойдем к реке. Ну и в ту сторону снегокола тоже получше поставить. А потом поедем на озеро проверять жерлицы щучьи. Вчера еще там поставили. Его срал в сумке. Так, будем проверять на продольничек. На хайрус. Единственная лунка, которая была закрыта пенопластом, замерзла. Серега где-то высмотрел в интернете и слепил там нифига на червяка. Даже червяки целы. Очень хорошо. Да, сюда одного вон. Хай занесется, на камне стоит. Здесь рыбы нет. Здесь рыбы нет. И на место поставлен? Вот так. Да что, он перестает, сейчас свернется. А? Он сейчас свернется, но он не перестает. Не сработала снасть. Собираем все жерлицы на лима. Сколько есть жерчиков? Ставим. Остальные будем потом ставить. Поедем на озеро. Половим живцов. И вернемся. Что там, черное? Там болотная вода. Темная. Тут горная. Здесь прозрачная, да. Но невкусная. Невкусная. Будем сегодня есть уху из невкусной воды. Все, барахло у нас тут валяется. Ну, живого пивка за первых налимчиков. Вот такое домашнее копченое сальцо. Восемь. Сейчас увидим, сколько килограммов мы наловили. Попало за сегодняшнюю ночь. 8 200. Я почти не ошибся. У меня рука трясется. Да, у тебя все время все трясет. А там налим трясет. 8 200. Ну вот. Рыбалка. Можно сказать, удачная. Это вот будем вешать. Ну давай, давай. Верхнюю. Налим 8190. Все. Фиксированный. Даже так и сказал. Фиксированный вес. 200 грамм на сумку, да? Страшно стало. Около 2 килограмм 700. Два ровно. Я думаю. Ты думаешь, два? Ну, какой-то. Даже больше. Блять. 2 700. 2 800. Вот так, да. 2 800, да. Смотри, печень там какая. Беременный. Сам-то ты беременный. Они в декабре рожают. В общем, ребята поехали на озеро, решили срезать путь. Вот такая беда. Ну ты давай руль, не оторви, как без руля-то поедем. Роем уже фиг знает сколько. Выехать не можем.
Дуболото все откопали. Вот такая вот фиговина. Не жрет, наверное, щука-то. Какая весна, такая и щука. Бледная. Мы еще вот там один загарчик видим. Остальные все стоят. Подожди, я понял. Все, я пока закрыл. Второй загарчик готовый. Постовушку еще одна большая щучка взяла здесь, еще две штучки постовушек осталось. В общем, ребята, ни хрена нам озеро толком не дало, пару небольших щучек проверили, поменяли живчиков, пьем чай, живчики закончились у нас. Надо ехать ловить туда, где вчера сидели, ловили. В общем, ловим и едем к будке. Там поставим еще 8 жерлиц на налим. Сделал, пока сегодня сидели. Вот у нас такая протока потекла на озеро. Там уже прямо течение мырит. Придется, наверное, пешком идти снимать жерлиц. Ну, в общем, ребята, ловлю живца. С живцом сегодня оказалась большая проблема. Вот такусенький живец у меня. Занусный плавник. Придется, походу, взять и этого. Насажу сразу два на двойничок. Такие у меня живцы. Вчера клевали хорошо, а сегодня нифига не клюют вообще. Так, ребят, у нас опять начался новый день. Мы пошли опять проверять постовушки на налимов. Такой сегодня денек. Приморозило так нормальненько. Солнышко светит. Пошли мы, поехали. Так, проверили 4 штучки, и там не глаза. Все живцы сдохли, наверное, из-за этого. На 5 штучке вроде есть. Питух, блин. Так, шо это?
оторвал, все оторвал. Там остался. Да. Перевязать. Надо стать на крючок или что? Давай мне эти перчатки. Его даже не видно. Надо походу скрывать. Такой типок. Сломал нам всю самоловку. Сейчас будем доставать крючок. И закидывать обратно. Опять две штучки проехали, ничего нету. Перед сетями есть один. Маленький осталось. Полтора, наверное, да? Килограмм. Может, с копейкой. Килограмм с копейкой. Что, блядь? Съел подонок. Чё? Такой красавчик. Давай, тяни. Груз так на течение. Груза там течение. На этой каркологе вчера у нас был самый крупнячий налим. Не снимал, блядь. Чего? Не снял. Да? А что? Забыл нажать? Да, был маленький налимчик, в общем. Забыл запись включить. Мы его отпустили, в общем, зацепился за губежку. Так не страшно. Кровяк от него осталось. В общем, сейчас вот еще здесь пошел каменистый берег. Еще 6 штук вчера мы поставили. Со свеженькими живчиками. Смотрим, что будет там сейчас. Живцы у нас кончились. Еще что не кончилось, то замерзло. Будем ставить куски окуней. Окуней отрезать хвостики. Посмотрим, будет ли на куски мяса ловиться, куски рыбы. Сегодня поедем, сейчас попробуем, конечно же, живцов половить. Маленькие обратно пили. Что-то они не клевали вчера. Так, сразу следующая. Свеженькая, и на ней уже тоже что-то есть. Что вы, блядь, откуда вы такие беретесь? Не говори. Этот засосал. Этот засосал. Его нам не спасти будет, походу. Там вот, на той даже покрупнее отпустили. Бесполезно. Жалко. Ну что делать? Палец там все крючок не вгонит. Так, проверили, все новенькие поставлены на камнях, на последний только вроде что-то есть. Тоже дерябчик, да, посерьезнее бы.
общем, постовушки на камнях не оправдали наши ожидания. Но вчера еще в другую сторону от нашей будки я поставил еще 10 штучек. Там песочек. Места разные, и глубокие, и мелкие. Так что сейчас поглядим еще, что там. Ну сколько сегодня? Ну, сейчас. Молодец. Два мелких было. Одного отпустили, одного пришлось брать. И три посерьезней. Ну, этот тоже какой-то мелковат, конечно. Пипец, Сережа. Завязался, нахуй, узел здесь. Руки такие, потому что в своих перчатках минус 30. Ладно. Опять эту ситуацию, не знаю, как назвать даже. Не буду вам показывать. Сейчас поедем туда, на верхний жерлиц. В общем, ребята, Серега пошел в избушку менять свои варежки. Минус 30, которые замерзли руки все у него. Я снял наш наподольник и попался вот такой верзочек. Жерлиц, конечно, крупноватый. Ну, живца. Так, почти все черви целые опять. Вот, собственно, бутылка, которую мы привязали, утопили. И она утянула течением весь наш напродольник. Все, эту снасть осматриваю. Рыбку все-таки поймал. Сейчас он придет и поедем туда проверять. Жерлицы опять. Давайте. В общем, ребята проверили 10 штучек, которые стояли на песке. И вот это уже 10-й. Там ни одной рыбины не попалось. Это у меня там? Нету? Точно нету. Что, он сдох? И ты. То ли он не любит ершей с окунями, то ли поменялся ветер, блядь. Погода. Погода. Но здесь ни одного из 10. Все, ехаем. Ветерок задул такой хорошенький. Сейчас опять на озеро. Солнышко, конечно, но ветер холодный. Вроде бы в мороз налим должен активничать. Что-то он забил на нас. За ребрышко-то возьми. Прав, 5 килограмм, 300 грамм, да? Почти 400. Кукачек. Вот такой уловчик у нас. Налимчики, хайрузок. Хайрузок снимал? Да. Может это пожарим, налим? Шкуру снимем. Можно шкуру снять. Давай. Это, наверное, ветер с севера задул, за этого не клюет. Даже на новых постовушках с живыми живцами и ни одной рыбины. Тут ухуя встречный. Угу. Ну, пьем чаек, завтракаем и дуем на озеро. И живцы отогреваются. И живцы у нас замерзли. Потому что мы олени. Оставили снегоходить. Бак. А, живут. Да, сейчас заплавают. Красиво жили, точно. Да херен знает. Так, распотрошили налимчика. Сейчас его зажарим. А у нас не лезет, походу, есть.
Голова по сковородке заняла. Или маленько обжарить, а потом водичкой залить. По-кулойски называется рецепт. Мочком. Как? Мочком. Мочком. Макать. Нет, макать. Хлеба. Маканина, короче. Ну, запахло с налимом. Я же люблю запахло, нет? Уваривал у нас тут. Сейчас перевернем и водичкой зальем. Лёхнули маслица сливочного. Интересное блюдо получается. Ну, замаквачили вот такое блюдо. Не знаю, как это назвать. Можно и по рюмашечке под налимчика свежего первого. Ну-ка. Бля, вещь. Божественно. Ну ладно, навар, с Богом. Навар хороший. А вот, ребята, мои живчики оттаяли, которых я вчера с таким трудом ловил. Эй, Тимати. Нифига не живой. Ну что-то налимы не хотят ершей, походу. Надо ехать за новыми. Ну, пока мы пообедали налимчиком, денек у нас разыгрался. Ветер стал совсем чуть-чуть. Вот такой ясный денечек. Красота. Мечта рыбака. А мы собираемся ехать на озеро. Снимем жерлицы, попробуем там половить окуня. Закрываешь? Закрывайся. Ты не будешь накрываться? Нет, я сяду, закрываюсь. В общем, ребята, пришли мы на озеро. Сегодня померили, там больше метра стало нашим протоком. Жерца нет. И ни одного загара не видно. Сразу решили снять вички, постовушки, и потом мы туда пойдем в тот конец ловить окуньков, пробовать ловить. Может, щука неактивно будет клевать окунь. Спробуем. Ну, в общем, ребята, пробежали мы по озеру, сняли все жерлицы. Стояло их 17 штук тут у нас. На двух не было живцов. И на одной постовушке не было живца с крюком вместе. Оторвали двойничок. Все-таки там сцепка жесткая. Наверное, из-за этого дергалась, оторвала. Пьем чаек. Ну и сейчас будем пробовать ловить окуней. Сейчас будем пробовать ловить окуней. Серега бывалый, говорит, надо в этом углу ловить. Тут вон все избегали куропатки из берег. Ну, посмотрим, что сейчас будет с окуньками. В общем, ребята, рыбалка на окунь у нас тоже не задалась. Какое-то мертвое озеро. Бур. Сели батарейки, перешли на ручной. Красота, конечно, такая на природе. Но рыбы нет.
Маленький и большой лес. Низ. Дупло носить. В общем, мы свернулись, так не дождавшись ни поклевки. Серега сказал, опять знает, где клюют окуни. Мы едем в другое место. Денек радует. В будке сидеть не хочется. Такое озеро. Было пару лосей. Жаль. Сначала стояли, не мог достать телефон. Вот следы, ребята, их не. Отсюда вышли. Здесь вот мы их видели. Отдались на угорчик, еще постояли. Тут ребята встал. Мишка. Пошел гулять. В воду не захотел ползти. Пошел по кругу обратно. Мишки уже проснулись. Там на берегу все лосями истоптано. Окуни нифига не клюют. Поехали мы обратно. Тут бегала выдра. Так она бегает, а так она на пузе ездит. Выдрами здесь тоже все берега ползаны. Прыгает, разгоняется и едет. Так ждут. Там бобрики березы обгрызли. Там все лосями исползано. Зверья немерено. Вот еще один зверь сидит. Хорек. Поехали, следопыт хер. Ну, в общем, ребята, у нас крайний ужин. Натушили картошки с тушенкой. Еще по чуть-чуть горной воды. Домашней перцовочки. Горная вода. Кушаем, а завтра с утречка снимаем все жерлицы и валим в город. В городе еще ждут дела. Ну, сегодня такой, ребята, денек. Начался у нас опять новый день. Сегодня крайний. Встали пораньше сегодня, чтобы быть пораньше в Архангельске. Наконец-то закончился ветер. Сейчас мы снимаем постовушки и едем домой сегодня. Красота вообще. Неописуемый. Ну, куропатки, ребят, сидят на деревьях. Штучек. Пять. Парочка улетела. Сейчас сидят. Я выехал пораньше, пока Серега собирается с этой стороны снять. Наша жерлица. Даже, походу, не боятся. Ну вот и все, ребята. Сняли последнюю постовушку. Не знаю, походу, с переменой этой погоды. Сегодня у нас ни одного налима. Просто жесть какая-то. Собрались уже домой. Вот и все. Прощай, Кулой. До новой встречи. Скажи там все еще. Очистили снегоход. Всей нашей воды.
все, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео. До встречи в угодьях.